Правительство ввело единые требования к школьной форме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Тимир Сариев. В документе говорится, что это делается в целях формирования и осуществления государственной образовательной политики и определения приоритетов в этой сфере, а также устранения признаков социального, имущественного и иных различий между учениками. Минобразование и науки поручено приступить к введению с 1 сентября школьной формы для учащихся первых 11 классов. Согласно документу, школьная форма приобретается за счет средств родителей. Полномочным представителям правительства в областях, органам местного самоуправления поручено оказать содействие в обеспечении школьной формы детей из малообеспеченных семей.